Начинаем с трагедии в Рыбинске. В частном доме на улице Академика Павлова в пожаре погибли двое маленьких детей, брат и сестра. Возраст 2,4 года. Их мать не пострадала, а вот ее сожитель в тяжелом состоянии с ожогами разной степени доставлен в местную больницу. Сейчас им занимаются медики. На месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС и Следственного комитета. Сообщается, что семья была неблагополучной. Мать, которая в пьяном состоянии рассказывала следователям о случившемся, вместе с сожителем пошла в магазин. Возвращаясь, взрослые увидели, что дом горит. Мужчина попытался спасти детей, но безуспешно. Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Причины пожара пока неизвестны.